up, ho, I'm in a rush. Yeah, I'm cooking on a... Привет, красотка. Не хочешь топовый брейн? Что тут есть? Что у нас есть? Девочки и мальчики твоей мечты. Актеры высшей синаптической лиги. Никаких потасканных чуваков из порновирта и разгвозданных кукол. Авторский материал. Экстаз в чистом виде. Эмоции такие, что у тебя еще неделю сердце колотиться будет. Затем сюда и приходят. Продавать-то вы умеете. Это не реклама, а предупреждение. Мы-то готовы подстроиться под каждого. Просто не все удерживают. Не хочешь попробовать? Индивидуальный подход — это круто. Я бы попробовала. Окей, только сначала пройдемся по правилам. Значит, за несанкционированную запись положено наказание. Наркотики принимать запрещено. Все просто. Если тебе кто-то понравился, находишь в каталоге, заказываешь брейн-данс и идешь в кабину. Я что, из детсада, по-твоему? Типа ничего не знаю? Окей, дверь открыта. Развлекайся, крошка. Добро пожаловать. Ты смотри, какое миленькое личико. Ты смотри, какое миленькое личико. Нет, нет, все в порядке. Спасибо. Привет. Будешь что-нибудь? А что в меню? Я ищу Эвелин Паркер. Ты не знаешь, она здесь? А кто спрашивает? Человек, который дает большие чаевые в обмен на ответы. Чаевые — это всегда хорошо. Но прости, не платят не за то, чтобы я болтал. Не платят за другое. Все в порядке, Матео. Я ее ждала. Эвелин Паркер. Я сразу поняла, что это ты. Сенсон? Это же моя любимая. Откуда ты узнала? Может, мне нравится все знать о тех, с кем я работаю. А может, просто угадала. Почему мы встречаемся здесь? Есть особые причины? Мне кажется, это место не то, чтобы в твоем стиле. Приму за комплимент. Пойдем,
Тут слишком много любопытных ушей. Мы будем в лаунже, Матео. Если что, нас ни для кого нет. И чем такая гадкая речь? Все нормально, честно. Может помочь такому? Почему ты не хочешь сказать мне правду? Я уже сказал. Декс много о тебе рассказывал. Говорил, ты эффективно работаешь и никогда не подводишь. Надеюсь, он не преувеличивал? Тебе же глубоко насрать, что там думает Декс. Мы обе это знаем. Тебя смущают комплименты? Я думала, что лезть оружие не твоего уровня. Я ошиблась? Может, это Декс-фиксер не твоего уровня? Вы давно знакомы? Я с ним недавно работаю. Я слышала, есть два типа фиксеров. У одних постоянные команды на долгих контрактах и коротком поводке. Им важны верность и предсказуемость. А вот Декс, он как раз относится к другому типу. Ну давай, не томи. Рекрутеры. У них другие приоритеты. Они верят не в людей, а в свою интуицию. Им важен потенциал. Если они вдруг ошибаются, это становится их последней ошибкой. Поэтому я надеюсь, что у Декса с интуицией все нормально. Давай лучше про заказ. Что ты хочешь сделать? Я так понимаю, тебе... рассказали про цель. Биочип. Ключевая деталь программы. Сохрани свою душу. Мы переходим дорогу Арасаки. Эти ребята точно захотят отправить нас в лучший мир. Да, они вложили миллиарды в технологию переноса личности. Но меня интересуют только данные на чипе. Он сейчас находится в отеле Кампеки Плаза. Знаешь, где это? Была там? В корпоратском отеле-то? Нет, конечно. Откуда у меня такие деньги? Интерьер там топовый. Скоро сама увидишь. Так, где именно хранят чип? В люксе на последнем этаже. Там живет Юринобу Арасака. Юринобу Арасака? В Найт-Сити? Ты не читаешь газет? Это на всех первых полосах. Только ленивый не написал, что Йори приехал в Найт-Сити. Он последний сын Сабура Арасаки и главный наследник. Ему должна перейти вся корпорация. И что? Арасака-младший приехал в Найт-Сити, чтобы захватить власть? Мало кто в Найт-Сити знает, какие на самом деле планы у семьи Арасака. А ты как раз знаешь. То есть мы крадем даже не у корпорации, а у самого Юринобу Арасаки. Юринобу марионетка. Все его влияние пошло коту под хвост, когда он поссорился с отцом. Сабура уже много лет крепко держит его за яйца. И вполне может их оторвать, как только поймет, что сын опять принялся за свое. У каждого из таких шишек своя армия по вызову. Я уверена, что к отелю сейчас вообще не подступиться. Фишка в том, что у Юринобу нет никакой охраны. Совсем. Причем уже давно. Это почему? Знаешь поговорку про разведку Арасаки? Когда ты чихаешь в Найт-Сити, в Токио опадает цветок сакуры. Юринобу уверен, что охранники постоянно доносили на него отцу. Ну ладно, если у тебя есть в рукаве какой-то туз, самое время его вынуть. А теперь держись крепче. Начинается самое интересное. Юринобу сам вынес чип из лаборатории Арасаки и договорился продать его сетевому дозору. Уже поняла, что у меня за туз?
Или надо разжевать? Я жду тебя. Я жду тебя. Погоди, Дозор вроде держит нейтралитет. Дозор занимается безопасностью корпораций, и Корпу за это платят бешеные миллионы. Однако, это не отменяет того, что в наше время святых нет. Все хотят урвать побольше. Чтобы выиграть, надо идти ва-банк. Какие у них с Юринобу условия сделки? Неважно. Сосредоточься на биочипе. Что могут предложить бравые солдаты киберпространства? Тайны его врагов? Это тебя вообще не должно волновать. Твоя задача — устроить так, чтобы сделка не состоялась. Значит, чип лежит без охраны, потому что Юринобу вынес его без спроса. Где он тогда его держит? Скорее всего, в контейнере, где воссоздана органическая нейронная среда. Но выглядеть это должно, думаю, как обычный дипломат. Окей, и где он? Скоро сама увидишь. Если, конечно, не хочешь еще посплетничать о семье Арасака. И еще один вопрос. Что за данные на этом чипе? Это не важно. Вообще. Мы говорим о данных, которые Юринобу спер у Арасаки и хочет передать Дозору. Это не может быть неважно. Послушай, Ви, чип нужен мне. Тебе нужны деньги. Давай исходить из этого. Ты выполняешь задание, я перевожу на твой счет кучу денег. Окей, что теперь? Теперь самое интересное. Пойдем. У тебя будет возможность распланировать операцию. По брейн-дансу из Компеки Плаза. Зачем мне брейн-данс? Тут нужны факты, а не ощущения. Думаешь, по брейну можно только дрочить в кабинку? Что? Что-нибудь ты еще? Не знаю пока. Вовсе. Я... Точно на этой неделе? Брейн-данс позволяет анализировать детали. Ага. Нюансы недоступны, ага. Зрение даже прокачано. Ну хорошо, я поняла. Тебе это пригодится. Да, все. А что на этой записи? Апартаменты Юринобу. Изнутри, в подробностях. Тебе надо будет найти чип. Надеюсь, запись для этого достаточно подробная. Стой, это ты записала материал? Ага. Через видеоимплант. А что такое? Если на записи квартира Юринобу, значит, ты там была. Вы с ним знакомы? Как иначе я бы туда попала, по-твоему? Знакомы. И очень хорошо. Мы бизнес-партнеры. Сотрудничаем на взаимовыгодных условиях. Покажи мне брейн-данс. Сейчас Джуди все покажет. Она сама из Шельм. Yeah. Мы с ней знакомы не первый год. Ви, один важный момент. Джуди мне помогала не раз и не два. Ой, я ей доверяю. Не Но она одна ладно, из Шельм. Мам. То, что я с ней работаю, не делает ее твоей напарницей. Поэтому... Будь хорошей девочкой и держи язык за зубами. Расслабься. Я не дура. Понимаю, с кем и как надо себя вести. О, привет. Это Ви. Она за материалом. Ви, это Джуди. Лучший монтажер брейн-данса, которого я знаю. О, не начинай. Меня сейчас стошнит. Привет, Джуди. Твоя запись готова, Эва. Что скажешь, как она тебе? Ну, еще сыровато, конечно, но сойдет. Самое главное, чтобы Ви могла туда попасть. Ну да. Откалибруем под нее. Ну,
Нам с Чпок-стрита еще и не такое присылали. С этим как-нибудь уж справлюсь. Ну, тогда чего? Запускаем Ви. Пусть там осмотрится как следует. Давай. Ты готова? Уже бывала в сыром Брейне? В обычном-то да, а вот сырой еще пробовать не доводилось. Расслабься, я все объясню. Это проще, чем кажется. Ну, садись, располагайся. Сначала создам твой сенсорный профиль. Что? Какой еще профиль? Модель твоих эмоциональных откликов и ощущений. Надо подогнать ее, чтобы ты там не офигела. Иначе после подключения тебя в лучшем случае будет тошнить, как в низкопробных записях. А в худшем? А в худшем твои синапсы поджарятся, как на гриле. Но мы до этого доводить не будем. Окей, поехали. Надеюсь, больно не будет. Нет, не в этот раз. Так, сиди смирно и смотри на меня. Сейчас я подключу тебя к сканеру. Будет слегка покалывать. Угу. Окей, теперь откалибруем оптику и остальные сенсоры. Смотри на эти два экрана, как будто ты окулист. Эту калибровку надо будет каждый раз делать? Не обязательно, но оно того стоит. Погоди 2 минуты, сейчас увидишь, что дает анализ брейн-танца. Еще секунду, надо заблокировать болевые рецепторы. Ну все, готово. Теперь потестим профиль. Я дам тебе что-нибудь на пробу, ну, чтобы освоиться с редактором. Так-так, что бы тебе тут... А нельзя ее закинуть в мою запись? Быстрее будет. Лучше не рисковать. Это займет минуту. Я уже нашла кое-что подходящее. Поехали. Ага. Я дам тебе сначала усеченную версию, чтобы ты освоилась. А потом пущу в режим изменений. Погружение через 3, 2, 1. План простой. Никаких выкрутасов. Заходишь, выгребаешь бабло, отваливаешь, и мы продаем Брейн этим психам из студии. Ага, понял. И не забудь, все по полной программе. Они нам еще доплатят за высокий адреналин. Окей, давай вперед. Всем лежать! На землю! Целуем пол! Живо! Деньги! Быстро! Еще секунды, и я тебя положу! Тише, тише, я... Давай! Сейчас голову тебе нахуй отстрелю! Дыши глубже. У тебя подскочили кортизол и адреналин, но софт включил гормональную блокаду. Ничего страшного, ты живее всех живых. Меня как будто шибануло чем-то. Последняя секунда была просто жесть. Это невозможно забыть. Могла бы предупредить, что умирать так больно. Боль от настоящей смерти намного сильнее. Я бы так не сказала. Скоро отойдешь. Я все подготовила. Переходим в режим изменений. Отключаю тебя от сенсорики автора записи. Ты сможешь свободно осматриваться. Не стесняйся. В режиме анализа у тебя полный контроль над камерой. Передвигай, приближай, удаляй. Что хочешь.
Теперь это твоя песочница. В режиме анализа ты можешь менять скорость записи и даже ставить ее на паузу, когда надо. Запись можно продолжить с консоли. Попробуй. План простой. Никаких выкрутасов. Заходишь, выгребаешь баб... Отваливаешь, и мы продаем Брейн этим психам из студии. Ага, понял. Скажи круто, это еще не все. Ты можешь в любой момент ускорить или перемотать запись. Давай, попробуй вернуться к самому началу. Ага, круто. Теперь промотай вперед. План простой. Никаких выкрутаций. Заходишь, выгребаешь бабло, отваливаешь. Окей. Если что, запись можно перезапустить. Ну, в смысле, посмотреть с самого начала. Попробуй. Теперь самое интересное. И, собственно, то, зачем ты пришла. В режиме анализа можно рассматривать и сканировать детали окружения, которые видел автор записи. Сосредоточься на пушке, которую этот хер берет у друга в самом начале. Просканируй ее. План простой. Никаких выкрутасов. Заходишь, выгребай бабло, отвалишь, и мы продаем студию. И не знаю, все по полной программе. Они нам еще доплатят за высокий адреналин. Окей, давай вперед. Остановимся тут. Очень хорошо. Поехали дальше. Сейчас внимание. В режиме анализа доступны звуки и разговоры, которые улавливал тот, кто записывал. Прибор регистрирует все, каждую мелочь, даже те образы и шумы, о которых оператор понятия не имел. Источники сенсорных сигналов проявляются, когда ты переключаешься на слой звука в редакторе. Давай, открой его. Вот, хорошо. У тебя сейчас несколько источников звука. Выбери один и сосредоточься на нем. Сигарета, ящик Брозефа и две ВП-ки. У нас скидка на два вкуса. Карри и мясо с креветками. Всем лежать! Как ощущения? Просто охренеть, правда? Прямо как будто рядом стоишь. Вот. Этим и хороши записывающие импланты. Они захватывают все фоновые элементы. А редактор их ловит и выделяет. Поиграй немного со звуком. Разберись. Когда надоест, пойдем дальше. На землю! Иногда в сырых брейнах попадаются дополнительные слои с данными, которые отловили импланты оператора. Например? У Эвелин оптика Кироши. Она фиксирует инфракрасный спектр. То есть в ее записи будут и термические характеристики. Неплохо. Предлагаю подождать, пока он уложит эту тёлку у прилавка. Целую пол, живо! Деньги! Людей тоже можно сканировать. Вон, подойди к раненой девахе. Попробуй. Отлично, поехали дальше. Промотай до того момента, где вор получает пулю. Быстро! Еще секунда, и я тебя паду! Тише, тише! Давай! Секунду, понимаешь, он даже не видел, что в него стреляют. А ты увидишь. Вот, смотри, по-моему, это самое клевое. Видишь, что там мигает над входом? Камера наблюдения. Она засняла стрелка. Сейчас увидишь. Изображение выводится на экран за продавцом. Отмотай к тому моменту, когда он был в поле зрения, и просканируй его.
Ему всадил пулю его же Чунгу. Что-то мне подсказывает, что он сразу так и планировал. На черном рынке за такой брейнданс кучу бабла отваливают. Настоящая смерть у брейндансовых фриков ценится больше всего. В общем, если тебе хватит, можешь выходить. Круто, да? Жаль, конечно, мы упарываемся, но почти все, что проходит через нас, годится только, чтобы лысого погонять. Так, чего? Смотрим запись Евы? Не знаю. Может, перерыв? Я до сих пор чувствую, как... Думаю, с меня хватит. Ви, времени нет. Возьми себя в руки. Ладно, ладно. Сейчас подключу тебак, и можем начинать. Воу-воу-воу, кого? Раннера из моей команды. Она спец по безопасности. Будет говорить, на что обратить внимание. Это не проблема? Вообще-то проблема. Нет, мы так не договаривались. Тибак профессионал. Куда не надо, не лезет. Можешь ей доверять. Ты типа разрешила? Джузи, пожалуйста. Я бы не стала тебя подставлять. Ты же знаешь. Окей. Звоните Бак и погружаемся. Привет, Ви, что такое? Привет, Бак. У меня тут материал из Кампеки Плаза. Брейнданс. Кампеки? Ну, понятно. Кто там с тобой? Эвелин и Джуди. Все в порядке, они свои. Они мне помогают освоить материал. Ну ладно. Говори, в чем дело. Короче, нужна помощь. Мне надо понять, на что обращать внимание на записи. Поняла, я тебя проведу. Подключаюсь к тебе. Дай мне доступ. Открываю порт 1779. Защищаю протокол. Есть, захожу. Сейчас отправлю запрос. Получила? Да. Ты готова? Секунду. Окей, проверила соединение. Устанавливаю временный лед. Готово. Стартуем. Джуди, подключай. Так, Ви, смотри внимательно. Нам надо узнать, где Юринову держит чип. Судя по виду, ты просто мясо для Юми. Я угадал. Эвелин, ей... Ей было страшно. Но она очень быстро взяла себя в руки. Я сказал нет. Меня же за это убьют. Значит, погибнешь за правое дело. Прости. Ничего себе тут камеры. Датчики движения, теплодетекторы, система свой-чужой. Ты же справишься с этим? Без проблем вообще. Если будет доступ к их подсети. Располагайся пока. Я закончу. Надо послушать их разговор. Там может быть что-то важное. Через минуту. Это мы посмотрим. Мой отец – замученный, безыдейный дед, который не любит перемены и хочет жить вечно в своем маленьком застыке-затворнином. Я закончу через минуту. Программа пока на стадии испытаний. Ее нельзя выводить на рынок. Это мы посмотрим. Пожалуйста, не спешите. Обсудите это с вашим отцом.
Он уделяет этому проекту особое внимание и может объяснить, как опасно... Мой отец — замученный безыдейный дед, который не любит перемены и хочет жить вечно в своем маленьком застывшем мирке. Пожалуйста, мне не полагается даже слушать такие выражения. Так послушай еще. Сабура — безумный деспот, который потерял связь с реальностью. Он живет в мире, которого уже нет. Может, никогда и не было. Мы за 20 лет не договорились. Не договоримся и теперь. Пожалуйста, ознакомьтесь с документацией. Чип должен храниться в определенных условиях. Этим нельзя пренебрегать. Вот. Слышала? Где-то здесь документы на чип. Посмотри вокруг. Прости, пожалуйста. Работа такая штука. Ничего. Я даже еще не совсем потеряла терпение. Все в порядке? Ты какой-то напряженный. Ничего. Скоро пройдет. Ага. Я этим и займусь. Но при одном условии. Ты будешь ставить условия мне. Только одно. Все внимание. У нас остались конфеты. В прошлый раз с ними было хорошо. В тумбочке, в спальне. У меня есть идея. Я сейчас вернусь. Очень хорошо. Иди уже ко мне. Погоди, найду что-нибудь подходящее. О, вот это тебе понравится. What love is, until you've learned the meaning of the world. Until you've learned... The meaning of the world. Until you've lost the love you meant to lose. What we could be. You don't know. Как я скучал. Чип надо хранить в контейнере с терморегуляцией. Он требует очень низкой температуры. То есть нельзя вынимать чип из холодильника? Да, иначе повредишь. Переключись в редакторе на тепловой слой. Так будет легче найти, где Юринобу держит биочип.
Until you've loved the love you've had to lose. What are we doing? You don't. Как я скучал. Я знаю. What love is? Кондиционер. Стандартная модель для отеля этого класса. Условия похожи на те, что в документах, но чип тут не спрячешь. Защиты никакой, температура скачет. Ого, Донахис. Мистер Арасака что-то празднует. Думаешь, он туда положил чип? Слишком низкая температура. Есть риск колебаний. Обычный холодильник. Температура не совпадает с указанной. Тут мы ничего не найдем. Так, есть термальный сигнал. Те же параметры, что и в документах. Значит, Юринобу точно держит кейс здесь. Да, похоже. Мы молодцы. Все, можно сворачиваться. Закрывай, редактор. Нашла, что хотела? Да, все нормально. Спасибо, Джуди. Мы закончили. Пока, Тибак. Хорошая работа. До скорого. Стираю все ваши данные. Если что, вас тут не было. Оставь себе. Эвелин заплатит. Это переносное устройство для обработки брейн-дансов. Я загрузила в него твои параметры. Не так хорош, как мое оборудование, но сойдет. Оставлять его слишком большой риск?
Умно. Кстати, про риск. Вот смотрю я на вас, и знаете, что вижу? Я вижу ходячие, говорящие трупы. Спокойно. У меня все под контролем. Если вы проебетесь, и они придут ко мне... Джуди, перестань. Никому не придут. Эвелин, не ищи легких путей. Город не любит тех, кто так делает. Будь осторожна. Конечно. Давай поговорим через минуту. Все, пойдем. Ну, что думаешь? Кажется, я поняла, откуда ты столько знаешь о Юринобу. Ну да. Мужчины в постели много болтают. Вас объединяет только секс? Бизнес. Только бизнес. Ты уверена, что Юринобу не ожидает от тебя подлянки? Юринобу ни о чем понятия не имеет. Он думает только о том, чтобы договориться с Дозором. Хотя... Если даже каким-то чудом он начнет что-то подозревать, то не успеет вовремя среагировать. Ты же об этом позаботишься, правда? Неужели ты не боишься? Арасака ведь придет ко всем, у кого были дела с Юринобу. Много ходить придется, в том числе к тем, кто известен побольше моего. Как думаешь? На кого падет подозрение? На корпоратов и наемников? Или на девочку в его койке? Инфа про Юринобу, про чип, брейнданс из Кампеки. Все складывается, план безупречный. Таких заказов один на миллион. Ага, спасибо. Теперь вопрос, пожалуйста. Я не верю в стечение обстоятельств. Где подвох? Боишься? Ищешь, как выйти из игры? Нет, хочу понять, что ты не блефуешь. Чтобы не вляпаться в говно, из которого не вылезу. Ви, с чего мне тебя обманывать? Мы с тобой в одной лодке, правда? Поверь, все под контролем. Так, и что теперь? Ви, поработай на меня. Я имею в виду только на меня. Без посредников, с которыми надо делиться прибылью. Без Декса. Ты хочешь кинуть нашего фиксера? Я знала, что тут что-то не так. Декс просто посредник, при этом совершенно бесполезный. Эвелин, не стоит кидать фиксеров. Это единственное правило Найт-Сити, которое наемники соблюдают. Мы сделаем по уму. Неважно. Такое обычно стоит репутации. А без репутации ты никто. Ты точно этого хочешь? Задай этот вопрос себе, а не мне. Чего тебе хочется больше? До конца жизни возиться с мусорщиками? Или за одну ночь стать легендой? Выбор за тобой. У этого выбора высокая цена. Слишком высокая. Я знаю. Поэтому все должно остаться между нами. Предлагаю тебе 50%. Достаточно, чтобы сделать, что хочешь. Только не в этом городе. Декс объявит на меня охоту, когда узнает. Декс не единственный фиксер в Найт-Сити. А такое предложение бывает только раз. Я подумаю. Угу. Когда решишь, звони. Сейчас отправлю свой номер. Окей. Удачи. Можешь идти. Мне еще надо сказать пару слов Джуди. Как дела на фронтах, мисс Ви? Сколько? Эта запись да Эвелин из Кампеки стоила потраченного времени. А я что сделала? Неплохо. Тибак мне уже звонила. Она разбирает материал. У меня все работаю, готово. Солнышко. Что дальше по плану? У тебя по плану выполнить мой заказ. То есть забрать биочип. Давай поговорим в посмертии.
Подъезжай. Сидим, значит, вчера в баре. Отлично. Четыре. Скоро буду. До свидания. Не рассказывай про то, я тебя предупреждаю, у меня есть связи. Я tengo planes para esta noche. Virgen Santísima, ma. Te vas a enterar mañana. Yo también te quiero, ma. Наконец-то, чека. Ты как будто марафон бежал. Что случилось? Вроде крутой наемник, а все равно потею, как в парилке, когда с мамой по телефону говорю. Она все время проверяет, не лежу ли я где-нибудь в отстойнике. Как большинство Уэлсов. Это уже начинает утомлять. Чем больше я ей говорю, что все окей, тем больше чувствую, что вру. Ну? Завтра это закончится. Нас ждет посмертие. Хе-хе-хе, да. Надо же.
Мы, считай, высшей лиги. Выше нее ничего нет, Чумба. И знаешь, что я тебе скажу? Мы это заслужили, Чика. Готовы пить шампанское? Пошли! Здесь когда-то был морг. Прикинь. Серьезно? Что? Это ж я тебе об этом рассказала. Чё, правда? Давно, наверное, это было. Вы кто такие, дед? Мы друзья Декстера Дешона. Он нас ждет. Эй, Декс, а тут двое на входе. Говорят, они к тебе. Да. Ладно. Сказал, еще занят. Возьмите себе пока что-нибудь выйдет. Мы и так собирались. Короче. Привет. Садитесь, я сейчас подойду. Просто мой лучший он. Есть что вспомнить. Нет, не скажешь сам. В этих стенах. Слышишь? Ты представляешь? Сьюзан Форест. Бо-бо. Может, даже Морган Блэкхэнд. Наша очередь. Эту бабуля. Это бестия. Лучший фиксер в Найт-Сити. А разве не Декс лучший? Бестия раздавала заказы, когда Декс еще пешком под стол ходил. Это ее клуб. Что будете? Ты заказывай. Две текилы Old Fashion с каплей сервеса и чили. То есть два Джонни и Сильверхенда. Точно, Чика. Кое-кто сделал всю домашку. О чем вообще разговор? У нас традиция. Называем напитки в честь завсегдатаев. А сколько лет по смерти? Полвека? Больше. Я точно не помню. Это, наверное, самый старый клуб в Найт-Сити. И самый уважаемый. Это тоже важно. Интересно, что нужно сделать, чтобы в твою честь назвали коктейль? Отдать концы. Так, чтобы весь город о тебе говорил. Желательно на задание. Херасия, какая красивая традиция. За то, чтобы мы разбогатели. И вошли в легенды. Смерть — небольшая плата за то, чтобы стать легендой. Сначала поживи как легенда. А смерть — это так, просто финальный аккорд. Кстати, меня зовут Джеки Уэллс. Хочешь, свой рецепт продиктую? Давай. 100 граммов водки со льдом, сок лайма, имбирное пиво и, главное, капельку любви. Окей, я запомню. Вы вроде как новая находка Декса. Выполняем его заказ. Мистер Дешон вас ждет. Кстати, про Декса. Он часто заходит? На самом деле он уходил, так сказать, в отпуск. Мы его 2 года не видели. Старый кот гуляет сам по себе, да? Ну, не знаю, где он там гулял, но пару кило точно скинул. Может, туда просто пиццу не доставляли? Откуда ты знаешь? Это часть моей работы. Думаешь, откуда появляется репутация у наемников? Если о тебе не сплетничают, тебя никто не знает. Ни пуха, ни пера. Черту. Идемте. Я тоже боксирую. А ты что-то экзотическое практикуешь? Кэмпо? Ниндзюцу? Ага. А меня бы уложил? Как думаешь? Сюда. Эстепинче типо. Да, Эксельсиор. Конечно, наличными, как всегда.
Счастливо. А, вот и мисс Ви. Ну что, наконец-то вся семья в сборе. Первая встреча в реале. А что с болтом? Ну-ка, давай заценим. Мисс Ви? Ну ладно. Чувствуйте себя как дома. Хорошая комнатка. Звукоизолированная. Джеки. Нет-нет, мистер Уэллс прав. Мы будем обсуждать деликатные темы. Но если вы не против, я сначала задам один вопрос мисс Ви. Как твоя встреча с Эвелин Паркер? Хорошо, я бы сказала. Погуляла по Кампеки Плаза, по местам, которые она засняла на брейн-данс. Да, Бак ввела меня в курс дела. Значит, ты знаешь, кто наша цель. Главный наследник императора, Юринобу Арасака. Да, парень с фамилией на миллионы и без возможности ими владеть. Близкий друг Эвелин Паркер. Так вы просто познакомились или было что-то еще? Я поняла, ей хотелось на меня посмотреть. Хотелось на тебя посмотреть, говоришь? Может, перейдем к делу? Ты придумал план, Декс? Да. Ладно, давай посмотрим. Мы с Дексом уже подготовили всю операцию. Сложность будет ниже некуда. Неважно, мне нужны подробности. Деламейн высаживает вас у главного входа в Кампеки Плаза. Входите по фальшивым удостоверениям. Бак помогает вам взломать внутреннюю сеть отеля. Вернее, я и Болт. И, наконец, вы проникаете в пентхаус Юринобу и забираете биочип. И все это по-тихому, с минимальными жертвами. А лучше вообще без них. Тибак будет на связи на всякий случай. А теперь ваши вопросы. Как нам попасть в пентхаус? У Юринобу почти нет охраны. Сложность только в системе безопасности. Чтобы ее отключить, нужно устранить резидента Кампеки. Это элитный раннер, который мониторит сеть отеля круглые сутки. Проблема в том, что комнату резидента можно открыть только изнутри. Погоди, как же мы попадем в комнату, в которую нельзя попасть? Поверь, какая бы проблема у нас ни возникла, Тибак найдет для нее решение. Тут как раз в игру вступает Болт. Вам надо запустить его в вентиляцию, провести куда нужно и заставить резидента немного отдохнуть. Болта придется оставить с ним. Зато я смогу расстелить перед вами ковровую дорожку прямо в пентхаус. Еще вопросы? Расскажи о фальшивых документах. Какая у нас история? Привет, Рамон Викторина. А ты Ханна Конуэлл. Рамон? Допустим. И какая у нас легенда? Вы продавцы оружия, у вас переговоры с Арасакой. Если спросят, вы встречаетесь с представителем их оборонного отдела Хаджиме Таки. Еще вопросы? Мы едем Деламейном? Это же лучшее такси в Найт-Сити. Надо Дэшон всегда работает только с лучшими. Деламейн никогда не подводит. Кому нужны мерзкие таксисты, если безупречный скин может с комфортом довести тебя из пункта А в пункт Б? И кто б знал, как он каждый год обновляет лицензию? Если все пойдет по плану, Деламейн привезет вас сюда. Если возникнут проблемы, он поедет на явку. Это куда? В мотель Ноутел. Тихое место, вопросов не задают. Там придумаем новый план, но я уверен, что это не понадобится. Еще вопросы? Я узнала все, что хотела. Вот и славно. У меня вопрос. Когда обсудим то, ради чего мы это затеяли? С новичками я не торгуюсь. С
Ставка всегда одна, 30%. Чего? Сколько? Так я оцениваю ваш вклад. У каждого в этом спектакле своя роль и свои риски. Да ну, Декс, как-то маловато. Эй, погоди-ка, друг. А кто достал болта? Кто вытащил инфу из брейнданса? Мы лезем в отель, где на каждом углу люди Арасаки ради какой-то пластмасски у сына их главного. Мы работаем. А кто дает вам надежный план, транспорт, нетранера и информацию? Хотите дальше торговаться? Джек прав, Декс. Мы заслуживаем намного больше, чем 30%. Ладно, 35 и не процентом больше. Договорились. Конфликт исчерпан. Давно со мной никто не торговался. Это даже забавно. И последнее. В Кампеке нельзя проносить оружие. Вас не пустят через рамки. Стволы придется оставить в тачке, а болт упаковать в чемодан. Я достала вам нормальный шмот. Переоденьтесь. Чидо! Спасибо. Не хочу торопить события, но когда ждать тени? Все зависит от мисс Паркер, но думаю, через неделю. Максимум две. А нам что делать эти две недели? Питаться воздухом? Сидеть тихо и не высовываться. Арасака будет настороже. Один чувак сказал, что жизнь есть пир. Глупо уходить голодным, но глупо и нажраться. Карета ждет снаружи. Я тоже сваливаю. Надо подготовиться, пока есть время до операции. Если остались вопросы, задавайте сейчас. Что думаешь про это дело? Ну, я надеюсь после него купить себе виллу на Крите и послать в киберпространство ко всем херам. Пришлешь мне открытку? Ничего личного, но я хочу сжечь за собой все мосты и начать заново. Спасибо, что помогла с мусорщиками. Пары мясников меньше, уже хорошо. Мэрия нас еще благодарить должна. Ты давно знакома с Дексом? А что? Ну, знаешь, народ на улицах разное говорит. Все, что мы слышим, это мнение, а не факт. Марк Аврелий сказал. И ты тоже философ. Неудивительно, что Декс тебя любит. Вроде нет вопросов. Ну, за работу. Ну так что, ты готова ехать? Поехали. А чего ждать? Как чего? Богатство. Вас приветствует сервис Деламейн. Оставьте все проблемы за дверью нашего такси. Ёб твою мать. Очень на это надеюсь, Чумба. Не вижу повода употреблять ненормативную лексику. Да? А помнишь, как я хотел тебя нанять на мальчишник моего двоюродного брата? К сожалению, мы не принимаем такие заказы. Я 3 месяца бабки собирал. Ладно, проехали. Заводи мотор, Дэл. Перед началом поездки необходима идентификация личности пассажиров. Пожалуйста, подключитесь через личный порт. Спасибо. Активирован пакет Excelsior. Excelsior? Дело набирает обороты. Excelsior? Это пакет услуг, разработанный для наших премиум-клиентов. Ага, лучшее качество за ваши деньги. Смотри. Деламейн, давай боевой режим. Прошу прощения, но в данный момент вашей жизни ничто не угрожает. Ха. Ладно. Но вообще он хоть армию Арасаки может выкосить, если понадобится. Боевой режим вообще разрешен? Разумеется, во второй поправке Конституции.
во время поездки вы вправе пользоваться мной в том числе как оружием. А что еще включает Excelsior? Полное медицинское страхование, в том числе покрытие расходов на похороны в случае смерти пассажира в салоне. Блин, что ты каркаешь-то раньше времени? Декс прямо расщедрился. Ну, по крайней мере, мы знаем, на что пошли его 65%. Excelsior. Вот теперь я чувствую, что въезжаю в высшую лигу. Не радуйся раньше времени. Мы в нее пока еще не въехали. Не знаю, Джек. Мне кажется, ты начинаешь терять свою стальную хватку. А мне кажется, что тебе внезапно захотелось до меня доебаться. Приближаемся к пункту Джек, назначения. Мы вообще-то идем грабить Арасаку. А ты ведешь себя как перед вечеринкой. Че, серьезно? Так ты обо мне думаешь? Я скажу, почему я так себя веду. Вся моя ебаная жизнь прошла на дне, Ви. И я туда не вернусь. Привет, как дела? Ведем дружеские беседы. Мы уже скоро будем в отеле. Я установила прямое соединение, чтобы вести вас через Кампеки. Ви позвонит Джеку, проверим синхронизацию, на всякий случай. Шум какой-то. Скажи что-нибудь, Бак. Величайшие преступления совершают, стремясь к избытку, а не к предметам первой необходимости. Чего-чего? Это Аристотель. Связь, похоже, в норме. С тобой, да. С твоим греческим другом не очень. Но мысль интересная. Поразмышляй об этом. Он херни не скажет. Ты как слышишь, Ви? Давай еще Аристотеля. Да пошли вы оба. Ну что, похоже, все работает. Сэрами Хоркиси. Я на связи. Спасибо, что выбрали сервис Деламейн. Желаю удачи. Я буду ждать вашего возвращения. Сколько же я этого ждал? А с оружием туда нельзя. Ну что, Ханна, вперед! Утро, Найт-Сити! Погоди, я возьму болта.